Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам покажу три способа очистки грецких орехов. Первое приспособление у меня такое — дракончик. Берем орешек и прижимаем по диаметру, без усилия. И очищаем скорлупу. Еще немножко надо прижать. Если вы будете сильно прижимать, вы просто раздавите орех и все. А нам надо очистить, чтобы он был красивенький, чтобы получилась бабочка. Этим приспособлением получается все-таки не очень красиво, все-таки разламывается орех. Про дерево грецкого ореха я уже рассказывала, ссылочка на это видео будет вверху. Попробуем еще раз. Это вообще орех. Орехи и скорлупу, которая остается, мы не выбрасываем, слаживаем в отдельную емкость. Я вам потом расскажу, куда мы используем. А перепоночки в грецких орехах слаживаем в другую емкость. С нее мы делаем настоечку. Я вам сниму обязательно видео об этом для профилактики заболеваний щитовидной железы. Разламываем вот так, и вот перепоночку эту слаживаем в другую емкость. Вот такие у нас получились. Все-таки ломается с этим приспособлением. Второе вот приспособление — это бутылка с под шампанского и молоток. Ставим орешек и тихонько простукиваем с одной стороны ореха и с другой. Снимаем скорлупу. Разделяем орешек на две бабочки. Вот получились какие у нас красивенькие. Еще раз. Не бьем не по вот этой полосочке, а вот так. Перпендикулярно. Потому что бабочка находится именно так, а не по разделению ореха. Чтобы нам ее не разломать, мы бьем перпендикулярно. Вот, очищаем скорлупу. Еще раз повторюсь, что скорлупу и орехи черные мы слаживаем в другую емкость, а перепоночки между бабочками мы слаживаем для настоечки нашей.
Смотрите, такая красота. И еще одно приспособление у нас такое, орехокол. Также придавливаем без усилия по диаметру ореха. Вот так отделяем скорлупу. Аккуратненько. Получается у нас такие красивые орешки. Бабочка. С этих орешков мы делаем очень вкусные конфеты. Вот такой еще раз показываю орехокол. Дракончик. И бутылка с-под шампанского и молоток. Какой больше вам понравится, попробуйте эти способы. У нас получаются вот такие бабочки. С них мы делаем очень вкусные конфеты. Я видео потом сделаю. Но мне больше нравится этот способ. Я набиваю вот так мисочку, потом оббираю. Получаются вот такие красивенькие, ровненькие бабочки. Орехи – это очень ценный питательный продукт для нашего организма, содержащий много витаминов и микроэлементов. А скорлупу из-под орехов используется для топлива для печек. В нем очень большая теплоотдача. С вами была Люси Мили.